Письмо коринфскому другу. Здравствуй, Клавдий. Я здесь задержался. Император и консул все так же бодры и успели к империи пару провинций вернуть. Мусора все наглеют, но это не ново. Мы с тобой обсуждали все это, когда ты заехал на пару недель, а потом слышал, где-то в Моравии служишь, что там, как и здесь, умирают, рождаются. Может, хоть где-нибудь что изменилось? Впрочем, не думаю. Я все так же терзаю глазами бумагу, как выражался наш друг. Помнишь его? Сын Ахилла. Кончил он плохо. Говорят, не выходит из дома несколько лет. Впрочем, что же плохого? Он всегда был умнее, чем мы. Я все так же ору на подпольных концертах. Что я знаю, ты никогда не хвалил. И, возможно, был прав, что поделаешь. При принципате у патрициев быть в услужении – позор. Мне плебея милее. Знаю, ты разозлишься, прости. Так, о чем я? Да, Клавдий, сколько дурь сейчас стоит у вас? Говорят, дорожает. Здесь барыги наглеют, извини, неприличное слово. Если в Спарте терпимо, то где-нибудь в Сузе 300 драхм уже стоит то, что у вас насыпают на гульден. Впрочем, все как обычно, не этак, не так. По соседству открыли кабак, где сосед... копцы трясут животами. Зима вроде кончилась, здесь незаметно. Помнишь Селену, гетеру из кабака, где мы пили еще в 90-х? Умерла от позорной болезни, представь. А когда-то ты помнишь, с гладкой кожей и узкими бедрами, как веселилась. О, жизнь бесполезна. Ты не согласен? Впрочем, время заканчивать. Я выступаю прямо сейчас в маленьком клубе, похожем на клетку. Буду читать и нести всякий вздор, которому, впрочем, искренне верю. Да здравствует Цезарь! 17-й год! С приветом из столицы империи!